В 2017 году будут индексировать в очередной раз пенсии, эта сумма учитываться не будет. Таким образом, будут индексировать не полностью проиндексированные пенсии. Это, конечно, ущемляет права наших пенсионеров, с чем мы согласиться не можем. Подождите, а вот вопрос к вам. А сколько был бы средний размер индексации, если бы правительство все-таки второй раз проиндексировало? Ну, больше 5 или меньше? В районе 9 тысяч. И больше. Ну, а если мы, пенсионеры, не согласны с этим? Не согласны с чем? А мы выйдем на улицу, и все, мы пенсионеры. Мы, с вашей позиции. Мы жалкие 5 тысяч нам в январе дадите. А как нам последний квартал жить? Октябрь, ноябрь, декабрь. Цены-то растут? Цены растут, инфляция есть, и, к сожалению, очень много затрат. Я бы на вашем месте думать надо было, за кого голосовали, да, за кого голосовали 18 сентября. Еще один проект закона, который вызывает сожаление, что с этого начинает Государственная Дума рассмотрение проектов закона, опять направлен на ущемление прав автомобилистов. Вводит бальную систему штрафов, ЛДПР поддерживать это не будет. А вот мы, пенсионеры, скажем вам, зажрались вы, водители. Вам, все вам мешает, так сказать. Думать надо было, за кого голосовать. Да, нет, столкнут уже две категории. Пенсионеры против автолюбителей. Вам поменьше налог, получше дороги. Нам ехать некуда. До кладбища пешком дойдем. На даче. Лет через 50, да.